Вот коренное отличие Европы от России. Едешь, и за окном постоянно вот это домики, поля распаханные, какие-то заводы, фабрики, города, городки, городочки. И вот это вот все, бесконечно, дороги. Все занято, вообще все. А вот из Петербурга в Петрозаводск едешь, 5 часов лес, болото, лес какие-то. В общем, совершенно глухие места, дикие, дичайшие. И не знаю, что еще хотел сказать, что вот думал, что здесь, в Бельгии, 100 лет не было никаких войн, революций, потрясений, в общем-то, вообще ничего совершенно. А дома у меня в России, на родине, 100 лет сплошные потрясения, революции, войны, голод, какие-то разрушение государства полное, безумие, воровство, то есть какой-то, ну, совершенно чудовищный век.